Внимание администрации сфокусировано на предприятиях вне зависимости от масштабов их деятельности, диверсификации производств, повышению конкурентоспособности товаров и расширению их ассортимента способствуют целевые программы. Мы выпускаем продукцию, которая действительно наиболее пользуется у населения. То есть, чтобы она была недорогостоящая, чтобы она была доступна для каждого из покупателей. В прошлом году в рамках господдержки малого и среднего бизнеса на переоснащение и переоборудование выделено 50 миллионов рублей. В 2013 году сохраняется положительная динамика социально-экономического развития Курской области. По ряду показателей значения выше средних по стране и ЦФО. Регион уверенно держится в середине рейтинга Центрального федерального округа. По итогам 11 месяцев 2013 года по индексу промышленного производства мы были на 12 месте, обрабатывающих производств – на первом, а по индексу производства сельхозпродукции обошли всех соседей по ЦФО. Уровень безработицы в Курской области ниже, чем в соседних регионах. Более того, сегодня свободных рабочих мест в регионе больше, чем желающих их занять. Мы выпускаем ежегодно 90 человек, 90-100 вот так примерно, да? И все до единого человека трудоустраиваются. Сориентироваться на рынке труда помогают регулярно проводимые ярмарки вакансий. Поддержать престиж рабочих специальностей – конкурсы профмастерства. По темпу ввода жилья по итогам января-сентября 2013 года Курская область занимала 5-е место в ЦФО. А по результатам 11 месяцев годовую норму перевыполнили на 23%. Примечательно, выросла доля индивидуального жилищного строительства – около 40% общего объема. Особое внимание областной власти переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2013 году в рамках целевой программы введены в эксплуатацию 19 домов общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Там все сделано именно по ключу, что приезжай, заселяйся, живи, перевози мебель. Ну, там ничего не надо менять, там все хорошо. Сделал действительно на совесть так, что прям хоть сейчас заходи и живи прям сразу. Реализуется адресная программа по капремонту многоквартирного фонда. В прошлом году на ремонт 31 дома в Курске, Львове и Фатиже затрачено примерно 140 миллионов рублей. Более 3 миллиардов рублей выделено в 2013 году на строительство, ремонт и содержание областной дорожной сети. В числе социально значимых открытий – магистраль в обход деревни Зорина в Курском районе, мост через реку Сейм в Рыльском, 4 автомобильные дороги, обеспечивающие подъезды к населенным пунктам в Большесолдатском, Горшечинском, Курском и Рыльском районах. Всего в прошлом году построено 20 километров асфальтного покрытия с применением современных технологий и материалов высокого качества. Создание благоприятных условий для жизни – первостепенная задача для власти региона. Завершается газификация. Успешно реализуется программа обеспечения населения чистой питьевой водой. У нас сейчас стало очень хорошо. Напор хороший и хорошая вода. Совершенствуется транспортная инфраструктура. Вновь начал осуществлять перелеты Курский аэропорт. Причем география маршрутов корректируется с учетом пожеланий курян. Обновляется парк общественного наземного транспорта. На базе Курского депо налажена сборка современных просторных низкопольных троллейбусов. Продолжается модернизация системы здравоохранения. Знаковым событием года стало открытие новой поликлиники в Курске. Продолжается строительство объектов областного онкологического центра. В 2012 году сданы в эксплуатацию первые и второй пусковые комплексы диспансера, в состав которых входит радиологический корпус и палатный блок. В планах на 2016-й открытие третьей очереди, в ее составе поликлиника на 500 посещений в смену. Поэтапно обновляется парк скорой медицинской помощи. Кардинальные изменения претерпела сфера образования. В сельской глубинке строятся школы, не уступающие образовательным учреждениям Курска. До базовых учебных заведений ребят доставляют специальные автобусы. Повсеместно идет переоборудование столовых. Бесподобная школа, просто бесподобная. Двое внуков учатся здесь, в школе. Мы очень рады за нашу школу. Совершенствуется материальная база учреждений высшего образования. Самое яркое событие года – открытие нового корпуса госуниверситета. Решить проблему с детскими садами для малышей 3-7 лет планируют к концу 2014 года. За последние 7 лет в регионе отмечена позитивная динамика демографических процессов. Рождаемость увеличилась на 40%. Естественная убыль населения сократилась почти на 60%.
Больше стало молодых и многодетных семей. За последние 6 лет уровень социального сиротства в регионе снизился на 20%. Семейная политика, охрана материнства и детства на особом контроле. С 2000 по 2013 годы в регионе принято около 40 законодательных актов по улучшению положения семьи. Мне тут нравится жить. И тут хорошо жить. Это самое главное во всей вселенной. Около 80% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в новых семьях. В 2013 году дом обрели 408 малышей. Были впереди еще очень важные военные вехи, но именно Курская битва определила поворот в истории Великой Отечественной войны. Летом куряне отметили 70-ю годовщину победы на Курской дуге, но о ветеранах помнят не только в празднике. Обеспечение жильем, организация социального обслуживания на дому и в условиях дома-интерната, лечение, льготы и компенсации, доступные цены в магазине «Ветеран». Эта работа не прекращается. Соцработники осуществляют патронаж над семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Взрослых перевоспитывают, детям оказывают психологическую поддержку. Особая забота особенным людям. Проект «Доступная среда» помогает адаптироваться людям с ограниченными возможностями. Обновляется база специальных медицинских учреждений. Проводятся традиционные культурные и спортивные праздники. Служба спасения 112. Слушаю вас. На высоком уровне решаются вопросы обеспечения безопасности населения и территории. Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение количества пожаров, гибели людей на воде и в дорожно-транспортных происшествиях. В 2013 году во всех муниципальных образованиях созданы ситуационные центры для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Курская область стала первым регионом России, где в постоянную эксплуатацию введена система 112. Духовно-нравственное воспитание, культурный обмен, занятия спортом и реализация самых смелых мечтаний. Уникальный проект Курской области «Славянское содружество» ежегодно собирает вместе сотни активных, позитивных и инициативных молодых людей. Многие озвученные здесь идеи получают путевку в жизнь. Поддерживает в регионе одаренных детей и их педагогов, реконструируются дома культуры в глубинке, организуются бесплатные выездные концерты творческих коллективов филармонии. С лучшими образцами киноиндустрии курян знакомит проект «Открытый экран». В области более сотни модельных библиотек. Тематический год культуры и искусства получил достойное продолжение. Строительство новых объектов идет в рамках программы «Газпром детям» и соглашения администрации с Министерством спорта. Здесь очень все красиво, хорошие условия даже для того, чтобы просто провести хорошее время и отдохнуть от школы. Соловьиный край – территория, где жить лучше. Неоднократно Курская область отмечалась как регион, в котором стоимость минимального набора продуктов питания наименьшая в ЦФО и в целом по стране. В 2013 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла почти на 15% по сравнению с прошлогодними показателями. По сводному индексу, характеризующему доходы и занятость населения, Курская область входит в число 25 российских регионов, в которых положение лучше, чем в среднем по стране. Достигнув несомненных успехов в экономике и улучшении качества жизни курян, наш регион ставит перед собой новые задачи. В перспективе реализация масштабных и значимых проектов. Опыт предыдущих не оставляет сомнений. Все намеченное будет успешно реализовано.